следы пребывания лося. Вот козлик ходит далеко через все поле, рожки лохматые. И ветра вообще нету. Тишина, вон березки даже на листик не шевельнется. Короче, ближе точно мне не подойти, но если метров может на 50, еще на 100 подпустит, там точно услышит. Сейчас попробую еще, вперед пройду, может еще заколок есть, пасутся. Все, впереди только поле. В лесу вот. За ним, который орут в двух местах козлы. Встречаться, наверное, собрались территорию делить. Но этот, видимо, свою уже отделил, раз один ходит. Тетерева где-то еще. Чуфырка, это не вижу на солнце. То ли на дереве сидят. И там вообще слепит. Непонятно. Непонятно как-то. По направлению, так мне вот кажется, где-то вот на березах должны быть. А, вон он, наверное. Петух. Задом ко мне сидит. Ага. За березами. Понятно. Так, ладно, поехал я дальше. Может, чего еще и увидим. Возвращаясь к ворону, там он козлик на звук идет. Похоже, тот, на котором у меня, не знаю, там сохранилось, нет, но он был, короче, вот за этим лесом, там поле еще. Я посередине поля скакал. Он стоял, смотрел и остановился заснять. И ошибка карты у меня опять высветилась, что запись прекращена. Вот судя по рогам, похоже. Но далеко, до него метров 500, наверное. И от земли тепло, вот испарение идет. На улице жарко, размыто получается, плохо видно. Сейчас тогда подожду маленько, может, поближе подойдет. У этого рога вроде твердые. Как мне там показалось, там он ближе был. Ворона видит. Ворон на краю стоит. Что я скажу? Я оказался в нужном месте в нужное время. Вот, короче, еще один идет. Его тоже не было, он прям торопится идет. Вот этот вот идет, которого мы напугали. Он за вороном смотрит, я-то стою, не двигаюсь, а ворон шевелится. И вон тот, который, короче, первого я снимал.
Как-то... А, тут еще вот вижу. А вот еще вышел. Тоже с рожками. Сейчас у них будет драка. Так что... Занимаем места согласно купленным билетам. Я в засаду. В общем, козлы-то козлами. А там он еще выходит. Там еще выходит. Вот откуда идет вот этот, там еще где-то орет. Я его пока не вижу. Ладно, посидим, понаблюдаем. Тоже интересно. Раз такие разошлись. Жалобы. Они кусаются. Я болею за кот, который ближе ко мне, порыжее, который, которого рожки лохматые. Идет, кого-то набычился. Уши прижал, у меня конь так же делает. Поближе бы подошли, чтобы поинтереснее было качество. Но все, я говорю, он победил. Даже без драки. Сейчас он ему пинок под задницу даст. Эй, эй, говорит, не трогай меня, не трогай. Мне кажется, он, кстати, вот этот, который слева, очень хитрый. Сейчас он сведет его с тем, который вон за тем колком где-то шел. Кстати, где он? Я не вижу его. И они его, возможно, вдвоем налупят. Ладно, пока отключусь, комаров перестреляю. В общем, вот у этого что-то в голову ему сбрендило. Разорался. И побежал. А этот за ним. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук такой. Не, если он так будет бежать, он не догонит. Вот этот ускоряется. Хопа, айда, говорит, догоняй, говорит. Все, этот запсиховал. Все, говорит, держите меня, говорит, всем табуном. Э, куда в лес-то? А, он у вас под ветра хочет оббежать. Сумасшедшие носятся. Куда так далеко-то? Зрители-то у нас тут все близко. Все, я, говорит, красавчик. В общем, вот этот победил. Топает. Не слышно, но так вот, когда он ногой делает, то он топает. У меня конь даже меньше шума создает, когда бежит. Видео, я так думаю, затягивается. Ну а что теперь?
Это природа, это все естественно. Это дележка территории. Но он себе большой кусок решил отхватить. Так, тот ушел в лес. Ну и этот за ним. Да. Все, там с ума засходил. Так, ну ладно, убежал, убежал. Ага, убежал, я же говорил, засада. Вон он. Вон он выскочил, этот вот, из колка в засаде, который сидел. Нет, это другой. У этого здоровенные рога. Да сколько их тут? А может и тот же? Да, тот же, наверное. В общем, сейчас они его там в лесу зажмут вдвоем. И все. И он скажет, я так просто. Так, ладно, сейчас пока отключусь. Они до них далеко. Те два в лесу орут. Этот идет по следу. Может, выбегут на поле. А, у меня опять комары прилетели, новая партия. Этот опять коня увидал. Вон до него далеко. Я слышу, как он топает. Вообще тишина на улице. Так, где идет, где? Судя по движению, ага, вот он идет. Вот когда козел делает так вот, как вот этот делал, это значит, что кто-то рядом есть. Вот так вот, вот головой закивает, когда вышагивает непонятно, вынюхивает. И если знаю, что он меня-то не должен был унюхать, значит, кто-то рядом. Это все природа, это все наблюдение. Опа, такие стоят, на коня палят. Ворон-то вам обоим задницу надерет. Этот такой сразу. Не, ничего, я, говорит, ничего, да? Ну да, это тот же самый рога у него, вот они, интересные. Все, этот передумал, я, говорит, обратно в лес. Этот, я, говорит, с тобой. Тот час, который слева, то он здоровее. Теперь я на него ставлю. Я понимаю, все молодое и так далее. Думаю, трезвый, но не догнать его, не. Все, прогнал. Давай, развернись, чувак. Чувак, тебя смотрят тысячи зрителей. А, услышал, похоже. Развернись, дай бой. Наваляй вот этому.
Нет, здоровее, здоровее у него, он даже на заднице шрам. Сначала убежали на 1,5 километра в одну сторону, потом в другую. Короче, вот этот главный. Он, получается, с соседнего поля пришел, еще и на этом разогнал. Ладно, пока отключусь. Комары так у меня всю кровь выпьют. Там вот уже, короче, он пришел-то он из того леса. Там дорога. Я думаю, он его за дорогу проводит и отпустит. Куда ему столько территории? Хотя я там в лесу тоже орал. Может, там еще круче? Идут так, что их и обоих, ай, не заснять толком. И по одному неинтересно. Ну вот этот пришел уже, видимо, на свою территорию. Начинает выделываться, вроде залупаться. Так, а он за ним там еще один. Тоже рогатый. Тот еще здоровее, короче. Сейчас тут они не вообще непонятно, кто как будет драться, похоже. И еще справа от меня орет. Короче, их тут сейчас будет 4 на 4. Не, ну интересно же. Так, все, этот спалил их. Да их сколько там ходит, не пойму. Так, этот без рогов. Так, сейчас за обстановкой посмотрим. Все, похоже, они подружились. Ну вот тот, что справа-то, не хочет уже дальше уходить отсюда. Хочет хоть кусочек как-то. А может, он ему и показывает, мол, вот посюда это моя территория, в лес это уже не моя. Смешной. У этого шея, как у того нога. Все за танец. Станцевали и подружились, что ли? Блин, комары заедают.
давай с разбегу. И кто кого гоняет-то, я так и не пойму. Вы чё, ребята? Идут такие, как два друга, разговаривают. Они, кстати, идут туда, где первый ходил, но он куда-то ушел. Говорит, шея заболела, продуло, наверное, что скривился весь, скривился, опять затанцевал. Может, глисты задницы он как виляет. Сел, что ли? Ой, дурные. И уже, а солнце-то уже село у нас. Уже видно плохо будет скоро. Ну вот этот красавчик, он мне сразу понравился. Чё творят, чё творят? Не, говорит, сразу я вообще, говорит, нет. Куда-то ноги на растопырку всех. Придуривался. Опять разошлись, он как далеко друг от друга. Сейчас уже там лес закончится, в поле выйдут. Ну и кто победил-то все-таки, ребята? Ну этому можно Оскар вообще дать, он роль вообще выполняет свою. Красавец. Такие танцы вытворяет. Ладно, понаблюдаем еще чуток. Ну вот они вышли, короче, где первый ходил. Которому я самому первому подошел посмотреть на него. Потом эти по очереди появились. Пошли они, наверное, его искать.
как раз в том направлении двигался. Ну блин, ну напоследок-то вы чё? Комары, комары. Блин, далеко, приближение большое. Здорово дергается так все. Один слева появился, где-то орёт. О! А вот этот красавчик выскакал. Вы чё, говорит, ребята, это так-то моя, говорит, территория. Тынц, 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 тынц такой. Я вчера такого же снимал. Себе на уме скачет. И чё теперь? Чё, тот вообще в сторонку вот отскочил, что ли? Да, ребята, говорит, я так не собирался. Не, ну этот все равно крупнее. Все тут по делам, похоже, пошел. Молодец, разогнал. Этот дальше себе также поскакал. Ему вообще пофигу, что тут творится. А этот-то теперь за кем пойдет? Все, разошлись все. Спать пошли по домам. Ну, этот вообще звезда экрана.
Он, похоже, даже всегда так ходит. Или опять кто-то к нему подбегает. Этот, что ли? Ну, этот уши тоже он назад загнул. Алло? Не слышу я. Алло? Я говорю, не слышу, говори еще раз. Да, позже приду я в лесу сейчас. Ага, хорошо. Что они там творят? Ну все, убежал. Молодец, чё. Еще бы с тем, с первым бы подрался. Ну там уже не видать, в общем. Ну на этом, похоже, все. Сейчас я выйду еще. Тот-то куда-то туда зашел уже за ковок. Там еще ходило два сигалетка вроде. Смотрю, что они там делают. Одного вроде я вижу. Где не вижу. Ну, короче, я его визуально вижу, а в камеру не вижу. А, вон он, там он. Вон там кто-то один идет. Сейчас посмотрю, кто. И тот где-то там же. А вот тут, наверное, тот идет с рогами. Сейчас выйду из-за куста, чтобы не мешало. Тут, в общем, коза с двумя сигалетками. Маленьких ребятешек он, видимо, не трогает. Ладно, видно уже плохо. Итак, хорошие записи получились. Интересные. Куда-то смотрят. Ветра вроде нету. Это сейчас на меня стоит, смотрит. Как будто пытается вынюхать. Ну ладно, разворачиваюсь обратно.
Полнолуние. Вон там что-то на Луне даже видно. Ага, вон он машет, машет, ага. Ладно, поехали мы с вороном домой. Докуда мы хотели, короче, не доехали. Какие дела у нас были, мы с ним не сделали. Ну-ка, зло хоть поснимали. Ай, то хорошо. Ай, комары ворона тоже заедают. Ну, ладно. Как-то вот так вот.